Вотсап, бро, с вами Баш, мы продолжаем сегодня с вами играть в Машинарио. В общем, ребят, всем привет, с вами Баш. Такую интересную инди-игрушку. Игра не новая, многим она не понравится. Ой, деточка, зажигаем. Пацаны, сам разгарит. Ну только давайте рок-концерты. О, да. Какая ж симфония звуков-то, ё-моё. Прям полифония какая-то. Господи, как классно-то. Давайте, чуваки. Не останавливайтесь. Давай, тряси задницей. Ну ладно, всем привет, с вами Баш. Сегодня мы с вами продолжаем играть в эту интереснейшую игру. Кстати, уже третий летсплей мы с вами тухнем на этом статичном, нестатичном кадре. Так что давайте уже заканчивать с этой атмосферой. А у нас есть с вами радио, пипетка какая-то и бачка с маслом. Давайте маслом поделимся с дедом. Другого выхода я просто не вижу. Кстати, не совсем понятно, что ему нужно от меня, но на, держи. Юху! Ей! Веселуха. А, ты меня возвращаешь? Чё ты хочешь? Солнечное масло теперь тебе еще. Ну, хорошо. Давайте посмотрим, что... Ё-моё. Это что за крокодил? Вы что, издеваетесь недавно? Что это такое? Мне уже страшно. Нужно сохраниться. Так, пацаны, что это такое? Так, чтобы шла вода, нужно перекрыть... А, нужно, чтобы наоборот вода не шла. Где даются 3 попытки. Или что? Я пока не понимаю, что я делаю, ну ладно. Так, мне не нужно, чтобы вода шла вот сюда. Значит, вот она идет. Идет. Я опять вернулся сюда. Ладно, она может также идти сюда. Пожалуй, лучше. Нет, не лучше. Я что-то подобрал. Прикольно. Что такое? Ладно, классно. Так, что можем с этим поделать? Давайте посмотрим. У нас есть какой-то крантик здесь, который капает. А для чего тебе вот эту фигню давали? Нет? Ну ладно. Тогда вот эту. Нет. Ну вот эту. И вот эту. Запищал весь. Хорошо, я тебя понял. Пойдем в сундуке пороемся. Так... Ладно. Куда ты идешь вообще? Это что, я сверху уже наблюдаю за этими дурачками? Эй, пацаны, как у вас дела? Хватит в карты играть. Сейчас вам кину что-нибудь сверху. Вот вам. Вот вам. Так, так, убирай обратно. Тогда еще раз посмотрим. Все, посмотрел, хватит. Все, мне больше не надо. Ну ладно. Пусть наслаждается зрелищем. Хорошо, давайте сюда сходим. А, нужно найти 3 такие штуки. Все, понял. Так, у нас есть подщепка. Ну-ка, сиди сюда. Хава! Ей! И там же ее оставил. Молодец. Ну, я так полагаю, что 3 лежит в сундуке, потому что... Где ей еще быть, так сказать? Нет, тут какая-то книжка. Которая что-то нам показывает. Это подсказка, так, пацаны... А, нет, смотрите, листать можно. О, господи, вы что издеваетесь? Ага, да, я так знал.
Все. Этого следовало ждать. Погнали. Итак, мне нужно перекрыть три вентиля, чтобы вода не попала сюда. Перекрываем. 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 Нет, вода идет. Ладно, давайте помыслим глобально. Перекрываем. 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 Так, что-то я делаю не так. Подождите. С другой стороны, перекрыл абсолютно всю воду. Ладно, нужно просто подумать. Давайте подумаем. Логически подумаем. Жу-жу-жу-жу-жу, вода идет. Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. Жу-жу-жу, сегодня не торможу. Жу-жу-жу. Все нифига не легко. А если... Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. Господи, фигня какая-то получается. Давайте. Фиг с ним, пройдем еще одну мини-игрушку. Что ж в традицию вошло на этих статических картинках проходить эту игрушку. Ну потому что это вообще нифига не легко. И имею полное право, это подсказка от самих разработчиков. Так что такие дела. Так, интереснейшее прохождение. Ключика с паучок и паучков. Так что не смейте уперлистывать. Уху-ху, как круто кататься на ключике. Уху-ху. Так, тут самый опасный момент в игре. Можно умереть. Осторожно. Осторожно, ключик. Ключик здесь очень все нестандартно. Нестатично и очень взрывоопасно. Давай, ключик, осторожно. Нет, ключик, ты можешь разбиться. Тут очень тесно. Ключик, нет. Ключик, осторожно. Он пролезает. Хорошо, так, все нормально. Не пози... Так, бро. Все, тихо. Он справился. Можете больше не волноваться. Отлично. И по всей видимости, все. Да. Господи, заболжил. Ну, по-другому что просто не скажешь. Давай подсказочку. Итак. Вот все три ключа у меня. Перекрываем. Раз, два, три. Потом радио ставим на подоконник. Берем какую-нибудь лампочку. Ставим на подоконник. На шкаф. Что-то происходит. Этим ключом перекрываем это дело. Вода полилась. Мы поднимаемся наверх и залазим куда-то. Так, вот это самое главное запомнить. Ну, запомнил, в принципе. Да ошибся все в одном месте. Чего подобного. Где лампочка? А, вот она. Нет? Как нет? Я думал, это лампочка. Ну как нет-то, ё-моё, где лампочку-то взять? Я четко видел, что он сказал взять лампочку. Че, меня обманули, что ли, неправильно? И дайте лампочку, пацан. И лампочки не найдется. А, вот она. Не показалось. Показалось, все. А это ножка просто, ладно. Пацаны. Это же похоже на лампочку. Или мне нужно. Ну-ка, подождите. Ну, попробуй этим ключом вывернуть эту лампочку. Эй, давай. Не тупи. Нет, не подходит. Так, нужно тогда придумать что-нибудь другое. Нет, ну чё? Нет, куда-то пошел. Спокойно. Так. Ставим на место. Чувак, мне нужна лампочка. Да-да, он мне нужен для того, чтобы... Открутить вентиль, понятненько. Хорошо. А этот это сделает, если я включу ему мозончик. Придет охранник. А, это просто эти маньяки забрали у него мозончик. Ну, как всегда, в принципе. Неудивительно. Наркоманы. Так он огорчился, вообще грустно.
Короче, все понятно, он согласен быть инструментом, только если я ему подсоблю с этим делом. А мне нужна лампочка. А лампочка, я вот только что сейчас вспомнил, что она продается в том автомате, который стоит и просит деньги. Вот в этом. А, это батарейки, это не лампочки. Ну, лампочку можно скрутить здесь, да? Ну-ка, возьми эту лампочку. Ну-ка, вот эту лампочку возьми. Вот она. Неудачник. Ну-ка, возьми какую-нибудь лампочку уже. Эх. Это что, серьезно? Господи, Джованни. Вот эту лампочку-то возьми. Че, у меня же лампочка. Это же не серьезно. Господи, да дотянись-то до этой лампочки уже, а. Не. Господи, как все. Вау. Картинка-то не статичная, нифига. Как все круто едет. Обалдеть. Эй, чувак. Мне это, лампочка нужна. Подсобишь? Нет. Как нет? Что ж мне делать? Нет, остановись, пожалуйста, вернись. Нет, нет, ну пожалуйста, ну чувак, ну нет, нет, нет. Яху! Нужно вспомнить, где были лампочки. Я вот наотрез не помню. Хоть убей. Поэтому придется по фасту пройтись по всем уровням. Так, здесь с лампочками, похоже, кот отдыхает. Вот лампочка. Ну-ка, чуваки. Мне эта лампочка нужна. Как насчет лампочки? Ну это же лампочка, отличная лампочка. Чем не нравится эта лампочка, отличная лампочка. Не. Что ж ты будешь делать-то, а? Ладно, на этом уровне нет лампочек. А на этом они все полопались, неудачницы. Ну вот это, конечно, осталось, но, по-моему, я не могу ее взять. Да, ты же неудачник. Так и знал. Эх, что ты будешь делать, блин? Ладно, давайте не засорять эфир, попробуем пройти. Посмотреть, что сделать на этой картинке статичной. Все-таки увлекательнейшая игра за ключик может поднять мои просмотры до небес. Но не может. А вдруг это очень-очень интересно. Можно сделать серию летсплеев. Мы играем с вами в ключик из Машинариума. Интереснейший летсплей с Башем. Нет, не катит. Ну ладно. Я тоже знал, что не прокатит. Не надо мне здесь что говорить. Зато мне нравится звук, как они умирают. Я так не умею. Подождите, надо потоньше голос сделать. Все равно не получается. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Зато это уже конец уровня. И сейчас мне подскажут, что тут нужно делать. Ви-ви-ви-ви-ви. Как она открывается, классно. Итак, мне нужно где-то повертеть, чтобы поменять часы. Часы откроют... А, господи. А, мне нужно поставить два порядка часов. Сначала вот в этом... Почему я могу их покликать? Неважно. Сначала вот так вот, чтобы верхняя была вверху, а это на семерке. А потом, чтобы это было на этом крючке и на шестерке. Потом этот пойдет бла-бла-бла. Этот бла-бла-бла. 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 И в итоге мне тут батарейки. Хорошо, пойдем крутить. Это пока единственное, что у меня получается. Шуры-муры. Крути. Вы что, издеваетесь? Охренеть. А, так будет быстрее, ладно. Я понял. Эх, давай наяривай, дядь Федор. Так, тут я примерно помню. Вроде вот так вот, да?
Аля-ля-ля-ля, пора молиться, дурачье. Так, бабулька пошла молиться, а мы посмотрим подсказку. А, это типа первая молитва закончилась, следующая молитва в 6. Ладно, продолжаем. Ля-ля-ля. Ля. Вот так почти докрутил. Так. Все, помолились, все отлично. Ля-ля-ля. Спасибо. И что ж ты мне дашь, дорогушенька? Еврей спустился вниз, хорошо. Ай да, евреюшка, что ты мне хочешь посоветовать? Или пока он советует, я пойду по фастному зайду сюда. О-хо-хо, еврея нет. Нет, не могу. Нет, еврей тоже пошел молиться. Или теперь я могу... Что? Да, молодец, я так и понял. По всей видимости, я все-таки могу. Сейчас сюда зайти. Хорошо, как, какая прелесть, а? Итак, что я могу здесь сделать? Граммофон взять! Ё-ты-моё. Ё-ты-моё-ты. Ну-ка, давай скрещивай. Ё-ты-моё-ты, а? Вы смотрите-ка, всё получается. Всё гораздо проще, чем вы думали, а? Ё-моё. Ну-ка, давай спускайся быстрей. Сам экшен начинается. Сейчас я буду использовать это живого крантика. Как крантик. Ну-ка, давай. Всем музыку, пацаны. У-ху! Вечерина. У Децла в доме. Господи, ну что за музыка они слушают? Да, я знаю, что он хочет сделать с тобой, так что... Все, давай, погнали. Дорогая? Ты знаешь, зачем мы здесь собрались. Классно-то какая. А теперь надо сваливать, насколько я помню. Сваливаем! А-а-а! Дурачё затопило. Неудачники. Вот вы что получили, козлы. Ха-ха. Типа... Да. Ей, тусовка у Децла дома. Сейчас они захлебнутся, будут плакать. Ха! Ей. Да-да-да, тусовка, пацаны. Но мне не до этого. Мне нужно спуститься в этот бак и пройти по этой трубе. Так что веселись, чувак, пока тебе понделей не дали. Итак, погнали. Но перед этим я, пожалуйста, сохранюсь. Что мне здесь неуютно. Уху! Так, откручиваемся. Погнали, пацаны! Ого! Ей! 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 Ну что ж, на этом, пожалуй... Ах ты ж варюшка! Юху, привет, чувак! Эй! А, мы типа с тобой расстались, что ли? Какая прелесть! Классно, он наорал. И все. А, леденец дал. А, это было... Нет, это не леденец. Ну ладно. Такие все опечаленные. Ладно. Какое замороженное заморозка. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. До следующей серии. Я, кстати, что-то заметил. Всем пока. Эй, бро, я смотрю, тебе понравилась эта серия? Тогда подписывайся на мой канал, ставь лайк и добавляй ее в избранное.